под Москвой загорелся автовоз с легковушками из Узбекистана. Как сообщили в представительстве УзАвто Моторс, возгорание началось в кабине автовоза, а затем огонь перекинулся на прицеп. В результате повреждения получили 3 из 8 легковушек, все они были застрахованы, пострадавших среди людей не оказалось. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.